Start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Василий Ерофеев посадку произвел. Ваши эмоции хотели спросить, и вообще первый раз... Разбешен! Почему? Расскажите, по эмоциям немножечко. Ну, потому что я думал, что учили-то... Это сегодня первый день, когда хоть какие-то очки заработал, да, это все в холосту летало. А в предыдущие дни у вас были результаты... Хуже некуда, последние. Ну, может быть, это как раз погода что-то такое влияло, или же все-таки соперники более... Соперники. Соперники? Соперники звери просто. Рима! Не надо, сходи, сходи. Все хорошо. Приветствуем Ларису. Лариса Хамитова. Татарстан. Татарстан. Сегодня ожидала хорошего полета, но немножечко то ли припоздала, погода испортилась, не успела, или погода все-таки испортилась. Не получилось как бы пролететь маршрут, но эмоции все равно очень положительные, потому что таких соревнований еще у меня в жизни не было. Я летаю больше 25 лет, наверное. Это очень эмоциональные, на самом деле, похожие на гонки соревнований. Вообще планеристов и летчиков женщин мало, и поэтому к этому как-то уже привыкла. Вот, и они все друзья, и когда в небе есть настоящий мужчина, это приятно. Как есть 10 таких самых шибовцев, то никто не знает, кто есть кто. А тут, типа, я думаю, что это СТН, и за ним надо лететь, и надо выиграть.